когда темно поет. Золотой призер международного музыкального конкурса фестиваля «Новые звезды» Зоя Акопян и после победы продолжает старательно репетировать. Артисткой она стала еще в детском саду. Мечтает когда-нибудь сыграть главную роль в кинокомедии, а пока учится играть на фортепиано, петь соло и в группе. Дополнительно осваивает хореографию и актерское мастерство. Занятия у Зои проходят ежедневно, а перед конкурсами и концертами репетиции затягиваются до 3 часов. Но это не проблема для юной звезды. Мы репетировали, и я понимала, что мы репетируем во благо тому, чтобы занять на этом конкурсе хорошее место, и чтобы нами гордились наши родители. Они мне очень много говорят, что я молодец. Джазовый ансамбль Golden Guys художественный руководитель Евгения Сироткина собрала 5 лет назад. Сейчас 20 талантливых девочек только и успевают перемещаться по конкурсным и концертным площадкам. Последняя крупная победа случилась в Сочи. С международного конкурса «Новые звезды» они привезли целую коллекцию призов. Несколько первых, вторых, третьих мест в разных номинациях и гран-при. Эту награду золотые ребята взяли со второй попытки. Это такие трудяги, это очень трудолюбивые дети, а главное, которые видят цель, которые, да, вот вы спросили меня про конкуренцию, да, они чувствуют ее, безусловно. Что говорить про солистов? Ансамбль, они командные, да, у них такое соревнование. А когда соло ты выходишь, ты же за себя одного отвечаешь. Это, я очень ими горжусь. За 5-летку своей творческой жизни Golden Guys на конкурсах разного уровня, от городских до международных, выиграли почти 300 призов. В репетиционном зале школы все не умещаются. Части индивидуальных наград за сольные победы юные артисты выставляют на домашних полках. Но больше всего они и их наставники гордятся абсолютной победой на международном фестивале. Конкурс очень серьезный и очень представительный. Мы знаем, что это замечательное жюри, да, очень профессиональное. И получить на таком конкурсе высокую такую оценку, конечно, это большая для нас честь, радость. Вот. Но мы понимаем, что это заслуженная победа, и вдвойне этим гордимся. Джазовый ансамбль Golden Guys – отличный трамплин для дальнейшей артистической жизни, уверена худрук Евгения Сироткина. Некоторые ее воспитанники продолжают учиться профессии в высших учебных заведениях и выступать на концертных площадках. А Golden Guys – частый и желанный гость на городских праздниках. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.